Так, давайте прикончим Еву. В том билде, где я слился в войде, я не думаю, что у меня был шанс какой-либо. В смысле, он был, но я не думаю, что я многое потерял. Так что мне кажется, все в порядке. Прикольная комната. Я же правильно понимаю, что... А, будет вот так. То есть несколько Людовиков. Зря Людовика взял. Что ты скажешь на это? А что ты скажешь на это, а? Зря я Людовика взял, говорите. Зря, говорите, Людовика взял. Зря взял Людовика, да? Зря? Зря взял Людовика, говорите? Чат, вы ничего не понимаете в этой жизни. Колесо смерти. Блин, давайте на Делирума сходим. Хотя, блин, он метаться будет постоянно. Да и блёбики на нем не будут жить. У меня Делирум есть, и у меня есть концовка с ножом. Наверное, с концовку с ножом лучше пройти, да, ведь? Потому что на Делируме этот камбуха будет слабенькой. Я его... Хотя... Не, не буду туда ходить. Хотя, ну просрою парочку красных блёбиков, что страшно, что ли? Че, почему это просру, да, ведь? Почему это просру? Я не буду нажимать обилку. Ай, блин, есть проблема. Когда я слишком долго двигаю эту фигню, я спавню их. Мне нельзя долго двигать Людовика. А! Я знал, что когда-нибудь эта комната меня задамажит. Очень полезно, спасибо. Я, кстати, выходить не могу в ту сторону. Но я все равно это сделаю. Окей. Я знал, что здесь бочка, поэтому все нормально. Мне надо рывками передвигать, чтобы не спавнить. Вау. Яйца кипера. Это замечательная штука на самом деле сейчас, потому что когда ты получаешь постоянно статы, ты рано или поздно получаешь отспид. И с яйцами кипера ты постоянно будешь снова и снова получать отспид. Для меня это сейчас как раз то, что нужно. Это тоже шотспид. Не, я на хаше, я на хаше. Ничего не знаю, я на хаше. Пустая комната. Пони. Пони, это замечательно. Теперь я быстрый, как минимум. Как минимум, теперь я быстрый.
Что тут? Теперь у меня никогда не кончатся ключи, хотя их и так было много. Представьте защитные слезы сюда. Shot speed up. Это тоже полезно. Задамажил. Себя задамажил. Сейчас как назло шот спид не будет падать. Вот будет весело. Выкини эту каку. Каку выкини. Все отлично. Пони проникает сквозь комнаты. Да, я мог бы в проктую сходить. Таким образом, но уже не важно. Это что спит? Какая жалость! Какая жалость! Окей. Бомба. Коробка с друзьями на блюбиков, не знаю. С BFF тоже не знаю, работает ли. Без понятия. Разве яйца могут давать шот спит? Платинум год говорит, что только дома. Скорость и дальность. Возможно, да. Может быть, я просто с Войдом сравниваю. Ну, видимо, нет. Если Платинум год так говорит, значит нет. Как мне задамажить? Челики! Как вас задамажить? О боже мой, эта комната ужасная. Теперь оно белое. Я помню, как я стакал статы этим предметом. И почему-то я запомнил, что у меня шот спид повышался. Видимо, все-таки нет. Так или иначе, у меня сейчас много статов от него. Ой.
Так, я сейчас на хаши иду. Ну хотя можно было добыть ключ, чтобы шансы были на следующей сделке. У меня бомб не так уж и много на самом деле. Зато у меня ключей дохренища. А! Капсица. Ну блин, давай уже. Пошел отсюда, пошел вон. Это мне не понадобится. Опять я свой ХП не вижу. Арсений! Сейчас, давайте немножко еще раз бомбанем. Компас купим. Что-то урона мало. Можно в прокетю сходить. При репе Айзек стал требовать больше скилла? Нет. Не стал. Ну, в смысле, до полного прохождения всего, конечно же, лучше надо играть в него. Конечно же. Но это немножко другое требование скилла. Почему синие часы не купил? У меня скорости много. Единственная причина, почему синие часы полезны, это если у тебя мало скорости. Два забега у меня на Еве просто был уран и фигня какая-то. И вот, вот это вот, да? Что здесь вообще? А.
Ой. Ой. Я не буду это брать. У меня все еще есть шанс на ангела. Чельки с Евы, они копируют мою атаку. Видишь, сколько у меня Людовиков летает? От каждого Блёбика по одному. Блин, а на хаже-то они все подохнут быстро. Какая жалость. Ну хаш сам, в принципе, быстро должен умереть. А плюс. Да, я про пустое сердце, кстати, забыл, лол. Я забыл про наличие пустого сердца. Так бы за... Раньше оно не работало, сейчас я даже не знаю, будет ли оно работать, но не хочется превращать свою атаку в чардж, потому что на Еве чардж-атака сосет. Потому что мне придется спавнить этих челиков постоянно. Это не то, что мне нужно. Раньше оно не работало с Людовиком. Да и тем более у меня А+, и сейчас заморозка будет прямо... Прямо это самое. Очень серьезный. Блин, я их не спасу. Нет, мои блёбики. Они сейчас будут умирать. Не умирайте, блёбики, не умирайте. Может мне просто в угол вот так постоять? Он сейчас лучами начнет спамить и все. Ну ты чё? Ну... А. Убейся. Молодец. Людовик сосет? Нет? Ошибка брать Людовик. Ошибка была брать Людовик. Вот те, кто пропускают такие комбинации, те никогда не поймут, насколько круто можно играть с Людовиком или с Сойей там, да? А вот Уран так не будет делать ничего. Он ни с чем не комбинируется. Помоги мне, я не хочу умереть так же, как мои братья. Блёбик, спасибо. Спасибо, Блёбик. Это было читерно. Он просто взял и телепортнулся вниз. Видели это? Не, вы видели это дерьмо? Оно так не должно работать. Глаз поворачивался, я зашел, потом глаз такой, а, надо повернуться вниз. И просто меня задамажил. Окей? Это ненормально было. Это было вообще ненормально. Ну, также мой билд ненормальный. Пройти за Еву, не потеряв всех блёбиков, это невозможно. Чем больше их, тем больше, более открытая цель на они. Пределируем, пока делируем. А что случилось? Почему так получилось? Чего оно телепортируется? What?
Почему оно телепортируется? Диспавнится, что ли? Он реально диспавнится? Я не знаю больше, какое может быть оправдание этому. Он реально диспавнится и около меня появляется. Из-за чего? Каждый раз, когда он исчезает... What? Это что-то странное. Ну ты сдох, короче. Ты, короче, сдох. Каждый раз, когда он превращается в другого, у меня Людовик во мне появляется снова. What? Это не совпадение. Это странно. 18 минут, кстати. Спидран Делириума. Сампториум открыт. А типа, когда он у меня будет на обычном персонаже, что получается? Я стану в Лёбиков спавнить? Блин, я так хочу с ножом побегать, но тут сердца выпали. Пошли мамку убивать. Я правильно понимаю, сейчас он, да, заберется золотой. И он, кстати, о, он еще и этим обладает эффектом. Окей. Правда, с шансом. Она не появляется на обычных персонажах? Подождите, а зачем открывать вообще эту штуку? О, хороший бабик. В чем смысл-то этой штуки тогда на обычном персонаже? Чё, Эдмунд не продумал, что ли, ничего? Давай сердце. Не, поздравь меня, я купила себе лягушку. Кира-кира, поздравляю. Это классно. Спасибо за нат. В каком-то плане это даже мило. Купить лягушку. Эх, жаль, что он заморозился не в подходящий момент. Блин, ну золотой блёбик это, конечно, мощно. Бинки. Почему она спавнится всегда, когда она не нужна? Ну, если честно, она и вообще не нужна почти никогда. Кольца пропадали, потому что блёбики исчезали. Тогда почему это четко совпадало с тем, как он превращался? Нелогично. Он превращался, и у меня Людовик возвращался каждый раз. Каждый раз. Мне придется сейчас не заходить в золотую, если мне ключ не упадет. Потому что мне нужно... Окей, ключ упал. Я сейчас целенаправленно иду на маму. Золотая батарейка дамажит тебя и телепортируется в рандомную комнату на этаже. И заряжает, разумеется. Были моменты, когда без превращения. Ну, надо потестить. Надо потестить. Ну это как-то странно вообще. Это напомнило мне лимит на 120 слез раньше, когда был с этим
Когда с паразитом шел на Хаша с Людовиком, паразит постоянно диспавнился, появлялся заново в персонаже, потому что, собственно, слез слишком много было. Но сейчас лимита на 120 слез нету. Да и с Лазером Людовиком такого не будет. Потому что он не распадается на 120 слез. Хочу ли я потратить ключ на магазин? Я могу потратить бомбу на магазин. Сейчас нет лимита, я проверял. Ну, лимит может быть и есть, но он явно больше 120. Золотой блюбик лучше, чем уран. Но это не то, что нужно сравнивать, окей? Это ты тут просто троллишь. Сейчас одна. Обожаю, когда так происходит. С тобой все нормально. Пошел отсюда. Хочу ли я к делу? Нет, я не хочу. Я же Ева. Уран с эвтаназией вообще несравнимо. Эвтаназия в миллион раз лучше урана. Хотя бы тем, что она прокает моментально. Пусть и с низким шансом. Может ли уран уничтожить неуничтожаемое? Нет. Ключей нет. Ключей нет абсолютно. Зато благодаря золотому блюбику у меня денег куча. Да, красное ХП стало полезным. Это классно. Даже костяные сердца стали полезными, реально. Раньше я не любил костяные сердца, в принципе. Я получал их и просто сливал мгновенно. Блин, что за троллинг? Что за троллинг? Хочу ли я потратить бомбу? Да, давай. Слушайте, это того стоило. Два ключа. Да, кстати, у него глаза как у жадности. Блин, надо было попозже брать это синее сердце. Жадный ли я? Это будет убивать всех моих. О, это прикольно, кстати. Теперь я могу в проклятые ходить. Безлимитным. Давайте сходим в эту комнату. Это будет долго, блин. Может мне сначала... Да пофиг, я там лостом буду. Можно заметить, как сердце туда-сюда прыгает. О, это, наверное, стоило того.
Не пробьешь. Не пробьешь. Какие слезы приземляются с такими лужами огромными. Моды пока не работают. Да, сердце Айзека сейчас хорошее. По крайней мере, оно неплохое, окей. Микрочелика убили. Да, его убили. Каким-то образом. Жаль, конечно. Представьте, я сейчас смогу получить урон. Вот будет забавно. О, боже мой. Накаркал называется. Блин. Да как? Худший босс в игре, просто худший. Просто худший босс в игре. Даже колостомия не такая противная, как эта херня. Разбор персонажей. Зачем он нужен? Чтобы на меня снова нубы ополчились, которые играть не умеют. Которые будут защищать Кайна. Зачем мне это? Разве Серега делал обзоры персонажей? Он просто рассказывал. Ну ладно, это и есть обзор. Я, наверное, вот про другое вообще подумал. Типа рассказывать, что делает каждый персонаж, это уныло. Это не нужно. Ты так это можешь посмотреть. Я сразу же подумал, что типа рассказать о них от себя. $49. Может сказать сильный, но при этом твой нелюбимый предмет в игре. Сложно сказать. Надо смотреть. Почему Кайн плохой персонаж? Он неплохой. Просто за него играть очень скучно. Что-то такое себе на самом деле. Типа учить играть на этих специфичных персонажах. Я не думаю, что я сам-то их понял. Что и могу только и ругаться. Он меня в спину задел. Да, блин,
Я пытался подвинуть, но из-за огромного широкого моего таза я ничего не смог понять, что мне делать. Мне нужна бомба. Одна единственная. Если мне сейчас бомба не выпадет, то я в жопе. Точнее, мне просто рестартить можно. Потому что цель не будет выполнена. Сердце Айзека лучше Марса. Что ж, здесь у нас бомба есть. Бомба найдена. Я забыл, что у меня сердце. Идет. Золотой я же не был, да? Или... Не, я был. Я там муху достал. А, там еще и мобы есть. Хочется в комнату с боссом зайти, но... Есть проблема. Я потеряю всех блёбиков из-за этого. Хотя их не так уж и много сейчас. Да и к тому же синие вернутся мне. Я не так уж и много потеряю, да? Я потеряю не так уж и много. Пошли. Технология Зера. Ну, я бы сказал, он просто бесячий для меня. Надо было сначала задамажиться, чтобы у меня белая муха работала. Кстати, у меня две мухи. Я почти собрал Вильзевула. Да, конечно же, я вижу, куда они падают, да ведь. Ай! Сердце Айзека. Я возьму бэкстебер.
Блин. На этом этаже сердце Азика против меня работает, к сожалению. Ну ничего. Я думаю, все в порядке будет. Кем? Жаль, что я слил уже сделку. Выдал сам себя, всегда забавляло. Мне эта комната совсем не нравится. Опять ты. А! Все еще есть шанс на сделку, но очень маленький. Еще волна. Окей. Я слишком долго с ним бился, я не знаю. Как они умерли? В обычных комнатах такое происходит, но на боссе. Это было странно. Можно убить, я уже убивал. Под ним ништяки находятся. Блин, за Еву проходить вот эти вот говноловушки с такой скорострельностью, это, конечно, весело. Блин.
Идем по пути адванса. Обожаю вот такие вот варианты, где можно увидеть короткий путь. Надо Хашу убить 3 раза, чтобы пойти в альтернативные этажи. Не сердца Айзека, о чем я? Это все можно собрать. Ай. Если бы не сердце, я бы сейчас так много дамага получил. Чё-то я... А, не, все нормально, я же сердце мазик. Все нормально. Библиотека. Причем довольно хорошая. С чем я останусь? Наверное, я с книгой этого самого монстров. Книга монстров сейчас имба. Ну как имба? Поможет. Больше, чем все остальные. Хочу ли я его убивать? Да, я хочу его убить. Камон, камон. Темнота бесит. Я даже не понимаю, что меня дамажит. А, у меня же сердце, точно. Да хватит! Я просто танчу, блин, эти комнаты. Из-за темноты я не понимаю, что происходит. Из-за того, что я Ева, я тоже не понимаю, что происходит. О, это та самая комната. Я понял, я понял. Я вас понял. Как? А, сердце, блин. Да как сердце? Сердце. Я просто танчу все. Такое ощущение, как будто я играю как Серега. Да блин! Опять эта сраная комната. 2 подряд.
Окей, я теперь с полетом. Сильно ли это мне помогает? Вряд ли. Может, я и есть Серега, может быть. У меня нет блёбиков, у меня нет ХП, у меня нет дамаги. У меня нет скорострельности. У меня вообще хоть что-то есть в этом забеге? Да, и конечно же этот босс. Кто же еще тут будет? Здесь меня не заденет. Сердце! Сердце! Боже мой. Да иди ты нахер! Каким образом я получил ангела? Вау, вот это полезно. Там было сердце. Зачем ты вообще берешь сердце? А ничего, что я его не брал. Не выбирал, в смысле, а? Илья, ты дурак? Илья, ты дурак? Илья, Илья, ты скажи мне, ты дурак? Где ты видел, чтобы я выбирал сердце? Я на рандом взял, и мне повезло. Илья, ну чё ж ты так? Конечно, сердце можно использовать, но в большинстве случаев оно банально неудобное. Если бы можно было заблочить пару предметов. Нет, сердца бы не было у меня в бане. У меня в бане был бы Марс и бомбы-ракеты. Дата майнер. Он, по крайней мере, неплохой. Он просто никакой. Есть. Это гена 2. Что я в золотой нашел? Я не был в золотой. Шли в золотую. Эксплозива. Это сделает мне очень все хорошо.
Думаю, это то, чего мне и не хватало. Потому что, ну, сколько у меня вообще, думаю, шапов в забеге? Мясо и все. 0,5 от мяса. Неудивительно, что у меня такие проблемы. 0 демешапов. Ну, половина демешапа. Ты что, трижды топать не собираешься? Эксплозива на нее особо не работает. Да-да-да, давай уже. Под конец сбил все-таки сделку. Отличного бебика заспавнил. Да, бебики не в том месте, где я, и они все сдохли. Замечательно. Так, ну здесь мы хотя бы эксплозив работает, поэтому пошел нахер. Пошло нахер сердце. Я, кстати, пропустил двойное сердце, это уже другая комната. Блин. Блин. Жесткие мобы так-то. Это мне вряд ли понадобится. Заднеприводные гонщики. Камон, как мне это доджить? Вот реально, с сердцем Айзека это невозможно доджить. Просто нереально. Вау, самый полезный предмет ангела. Просто все хп, блин, куда-то делось резко. Я сердце Майзека банально танчу все. Вот реально танчу. Я вообще не способен уворачиваться. Оно, конечно, чуть-чуть лучше стало, но нет, не стало. Это все еще то же самое сердце Айзека, которое, блин, руинит всю игру. Я буду очень зол, если я сейчас сольюсь. Ну конечно, конечно, что мне сделать в этой комнате? Что мне было сделать в этой комнате? Половина сердца. Уже нет. Сундук с чемпиона выпал. Что? Камон. Камон. Тупая Ева. Мне так нравилось вначале за нее играть. Когда дело касается дела, то все. Давно персонаж.
Сердцем любой персонаж будет говном, так ведь? Окей, это полезно. Капец, у меня урона ноль. Сердце неплохой предмет. Не такой плохой, как уран. Дамага. Я не против с ножом поиграть на самом деле на ней. Но есть одна проблема под названием сердце. Как я буду мать доджить? О, это будет забавно. Это будет забавно. Давайте еще одного бэбика. Тихо. Блин. В обычной ситуации я знаю, как проходить эту комнату, но сейчас я не знаю, как проходить эту комнату. Потому что у меня сердце сраное. Окей. Бесполезный бэбик. Ну конечно, как это доджить-то, блин? О боже мой, все. Не, я сдох. Я гарантированно сдох. Сердце Айзека пытались как-то улучшить. Конечно, худшая атака в первой фазе. Конечно. 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 А что мне остается делать? Кроме как не сосать. Я просто банально не могу доджить со всех сторон. Это невозможно. Да, давай еще вторую худшую атаку. Сердце Айзека. На Еве. Из всех персонажей. Каким-то образом первая фаза миновала. Шансы какие? Шансы минимальные. Так, ну хотя бы это... Атака с одной стороны идет. И то спасибо. Да, продолжай, продолжай. Продолжай. Так, понял. 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 Так. Так. Я стоял по направлению, но выстрел заспаунился прямо во мне. Еще эта сраная пассивка Евина. Тупая, блин. Ужас.